Девушка, можно с вами познакомиться? Нет, я на улице молодой человек, не знакомлюсь. А то у меня есть путевочка на двоих в Испанию, на Сицилию. Я даже не знаю, кого бы мне взять. Так что, как насчет телефончика? Могу дать вам телефончик своей школьной учительницы по географии. А Сицилия, молодой человек, находится в Италии. Так кто насчет знакомства? Послушайте, молодой человек, во-первых, если вам нужно в Италию, то предупреждаю сразу, этот автобус туда не идет. А во-вторых, прекратите тереться об меня вашей штукой. Девушка, не то, что вы подумали. Это кошелек с моей зарплатой. Да? Ну, в таком случае поздравляю вас. За последние 3 минуты ваша зарплата увеличилась в 2 раза.